11 детских садов, часть из которых «Пристрои», ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде в этом году благодаря нацпроектам «Демография» и «Жилье и городская среда». На очереди еще два объекта – детсад на проспекте Гагарина и на улице Кораблестроителей. Внимание региональных и муниципальных властей приковано именно ко второму из этих объектов. На стройку выехал губернатор Нижегородской области. Глава региона пообщался с подрядчиками, которые выбились из графика строительства. Сейчас детский сад строят 65 человек. Строители признаются, сотрудников не хватает. Глеб Никитин поручает Юрию Шалабаеву, исполняющему полномочия главы администрации Нижнего Новгорода, взять строительство детского сада на Кораблестроителей под личный контроль. Глава региона остался недоволен темпами работы.